Дорогие жители Руси, поздравляю вас с великим праздником, Днем Победы! Сегодня я играю на трофейной гитаре белого цвета с надписью «НМХ». Как видите, отдана дань простым советским творениям, таким как тоника, Урал и прочие элементы надругательства над музыкой. Тем не менее, сзади круглая херня. Она дополняет и удивляет. Гриф также выполнен в форме лопаты, зато стоят локовые колки шперцем. Точки, хлам, везде сплошные надписи «Эмаха», две мыльницы, трехпозиционные туда-сюда, три крутилки, сам знаешь зачем. Есть даже какой-то элемент вибрато, тем не менее. Чуть-чуть выкрутив громкость, получаем совершенно интимные моменты. Довольно удобный рок, которым вполне можно повелевать, расположен вполне логично. Второй рок отсутствует. Почему? Никто не знает. Возможно, когда узкоглазые подсматривали великие схемы гитары «Урал», в комнату ворвались трое. Все, что они успели запомнить, это эти обрывки. Тем не менее, эти обрывки звучат очень хорошо. Кто-то говорит, что это гитара для серфа. Лично я считаю, что для серфа могут быть только гитары зеленого цвета. Do you wanna hear Russian surf? Russian surf про простой народный серфинг Нагана. Песни Нагана не знаю. Взять, нехуй взять, я зять. В общем и целом, это абсолютно титаническая гитара, на ней можно сделать все, что угодно, абсолютно все. Девки на пляже, все будет. Если ты вместо бутылки, сука, пива на пляж принесешь нормальную перлную гитару Yamaha, сделаешь три. Ну вот как там в песне, да? Ведь наш президент пел в Deep Purple. У нас роковая страна. Зачем ты пьешь, куришь? Там, можно сказать, бычки тушишь и трахаешься. Не нужно этого. Море, оно должно быть чистое. Поэтому партия большая. Около 40 штук сейчас находится в Skiff Music. На них действует акционерная цена. А вот как только ты смотришь это видео, считай, что уже не осталось. Поэтому заходи прямо сейчас и выписывай себе это белое чудо.